Сейчас покажу, сколько людей готовы потеть, терять сознание на этом жарком пепле ради косметики Raoul. Шопомания. Сегодня мы с вами стоим в очереди 5 часов для того, чтобы купить знаменитую косметику от Hailey Bieber, которую сейчас, кстати, очень тяжело найти онлайн, потому что она вся sold out. И у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть, как выглядит настоящий поп-ап от косметики Raoul. Поехали! Итак, мы сейчас находимся в самом сердце Манхэттена. Это район Сока, да? Естественно! Мы находимся сейчас в самом центре Манхэттена, район Сока. И здесь происходит масштабное мероприятие, масштабное шествие! На самом деле мы очень ждали этого момента, чтобы приехать на открытие поп-апа косметики Raoul. Жарко на улице, серьезно, но оно того стоит. Мы стоим специально в очереди, стоим здесь уже с 9 утра. Благодаря моему коллеге, который приехал помочь и занять очередь, всем, кто стоит в очереди, одевают вот такие браслеты, чтобы никто уже больше не влез. Потому что там очередь длиной, наверное, 1000 человек. Нескончаемая очередь. Возможно, через час мы сюда и попадем. Вон она, очередь заканчивает. Ну что, наша очередь продвигается. И, как говорится, мы уже на финишной прямой. Видим свет в конце туннеля. И я думаю, что нас с вами ждет самый лучший поп-ап в мире. Сейчас нам оденут бейджи, потому что без бейджа, без вот этих браслетов уже зайти нельзя. Сильное заявление. Thank you. Раздают воду. Воду раздают. На самом деле, очень внимательные они. И печеньки раздавали, зончики раздавали, теперь воду раздают. Несмотря на то, что я пришла со стаканом своим Стэнли с водой, но воду я возьму. С самого начала у меня была какая-то тактика. Но тут нету надписи «Бибер». Вас кинули. Холодненько. Не пожелаю всем стоять. Солнцепек в Нью-Йорке. 12 часов 30 минут. Стоим мы уже больше 3 часов. Мы уже на финишной прямой. Нас накормили, напоили, зонтики уже раздавали. Еще чуть-чуть. Все. Так, ну что, нам осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. Мы 10-й. Время сейчас час дня. Час дня. Мы столько уже времени простояли. Я уверена, что мы выйдем с самыми большими пакетами. Столько пакетов не вынес никто, как вынесет Шопомания. Каждый человек, который сюда заходит, он обязательно должен снять контент и выставить это в Инстаграме с отметкой косметики Raoul. Это просто такой массовый флешмоб, который набирает обороты каждый день. Ну, в целом, основная идея была именно такая, чтобы об этом узнали весь мир и чтобы все хотели приехать сюда и попасть в этот поп-ап. Итак, 4 часа времени прошло, не зря мы уже пришли на финишную прямую. За мою спину находится вход закрытый поп-ап, который открылся ровно на 10 дней до 3 июля, то есть завтра последний день. Так что вы уже можете знать, какие дни мы снимали. Можно посмотреть на ту сторону, какая огромная очередь. Мы были хитрыми, потому что мы пришли рано и рано заняли очередь. А что, так можно было, что ли? Что нас ждет внутри, мы не знаем. Будет 100% красиво, будет 100% инстаграмно. И выйдем мы с большими пакетами. Ну что, мы идем? Это просто что-то мега круто. Все в точности так же, как показывали нам в Инстаграме. Он такой маленький, уютный. Очень маленький, очень уютный, очень комфортный. Но здесь мы с вами сможем протестировать всю косметику на себе. Я, допустим, еще не пробовала все блески. Конечно же, не пробовала новую румяна, которую сейчас не купить онлайн нигде. Но здесь мы с вами сможем купить. Пойдем еще посмотрим. Здесь можно протестировать все. И косметику, и в том числе чехлы. Давайте будем вместе смотреть и мерить, какие красивые расцветки появились. Соус стал от серого цвета. Пожалуйста, можно взять всевозможные цвета. И к ним же, к каждому цвету, выпустили соответствующий блеск. Так, вот здесь что-то было. А, это мусорка. Да ладно. Вот этих нет в интернете, их не купить, они sold out. Моя рука сегодня экспериментирует все цвета, но я хочу пирочки сейчас брать, чтобы показать вам еще другие цвета. Поехали дальше смотреть. Блески представлены у нас здесь в 4 цветах.
Алло, алло, вы не отвлекайтесь. Но если вы устали от серого, это отличная идея. И смотрите, как он внутри сделан. Очень качественная резина, которая тоже не пахнет абсолютно. Так они все хотят создать контент. Идея этого поп-апа – создать красивый контент, чтобы каждый, кто сюда зашел, сделал вот такую классную фотографию и выставил в Инстаграме. Хочу показать, как снимается обычная мицеллярка и косметика. Оставлю специально еще кусочек, чтобы видно было. Я же еще не все цвета испробовала. Нанеся 3 слоя разных цветов руна, у меня нет ощущения, что кожа жирная. У меня нет ощущения, что здесь чего-то много. Да, как говорят иногда, толстый-толстый слой штукатурки. Есть ощущение, что кожа увлажнена. Это очень важно. Это на самом деле основная идея компании – сделать органический продукт, которым хочется и хочется еще раз намазаться. И ограничений в этом нет никакого. Блеск. Давай намажем вот этот блеск. Хороший цвет. Нейтральный такой цвет, который подчеркивает цвет ваших. Мне очень интересно, как будет выглядеть вот этот яркий цвет, персиково-апельсиновый цвет. Каков размер всей текстуры? Я думаю, достаточно много. Хватит нам много времени. Ну что, поехали? Более яркий оттенок делаем. И легким движением бахет. Но это потому, что я тестирую, пробую, я же не ношу макияж. Сейчас задача была показать вам, как круто ложится эта косметика на теле. Итак, мы зашли в другой отдел поп-апа. Здесь людей очень много, ну ничего страшного, это живой контент. Мы просто здесь показываем, какой ажиотаж, сколько здесь людей. Здесь у нас, я увидела, представлена старая коллекция, классическая, серенькие блески. Есть с ванилькой, карамельные ароматы, блеск с пептидами. Этот уже ароматы, здесь у нас классический. Вот это, кстати, ванильный вариант, классический, тоже очень-очень крутой. Он идет бесцветный абсолютно. И третий вариант, смотрите, они отличаются по оттенкам, видите? Третий вариант сейчас померяю. Такой потрясающий запах. Ну, как вы видите, текстура у них одинаковая, просто немножечко здесь другие эфирные масла, которые очень-очень ароматные. И здесь у нас с вами представлена старая коллекция, которую тоже можно купить. То, что вы у нас заказывали, уже просто десятками штучек. Давайте я вам еще покажу, кто еще не знал. Вот этот шоколадный оттенок очень красивый. Такой красивый-красивый шоколадный оттенок и очень вкусно пахнет. Такой более насыщенный цвет. Самый продаваемый вот этот цвет, самый продаваемый. Он очень похож на этот оттенок, который у меня сейчас. Это тот оттенок, который подойдет абсолютно каждому человеку с любым цветом. И последний розовый оттенок. И если сравнивать оттенки, действительно разные, текстуры разные. Новые тинты сделаны без аромата, без запаха. В отличие от старых, старые имеют приятные ванильные ароматы, в зависимости от оттенка имеют разные ароматы. Поэтому вот здесь представлены все расцветки, которые только есть. Ну, нигде ты не встретишь такое изобилие сразу цветов. Ну, разве что, если ты закажешь их онлайн. Хотя онлайн тоже нету всех цветов. И я хочу еще раз показать вам знаменитые оттенки румян, которые идеально будут. Смотрите, вот они. Самый яркий оттенок этого лета, персиковый и розовый. Кстати, компания показала розовый цвет с хрюшкой. То есть теперь у меня, допустим, лично ассоциация этого цвета, что это с хрюшкой. И посмотрите на качество кожи после того, как я сняла мицеллярный кожу. Посмотрите, очень мягкая, увлажненная кожа. Это уже показатель того, что косметика сделана на органической основе, и кожа говорит спасибо. Так, теперь у нас задача протереть. Я просто увидела, как они протирают. Вот так, собственно говоря, выглядит этот цвет. Очень легко ложится на губах, и можно подобрать к ним соответствующие румяна. Сейчас покажем. Давай, еще раз. Ну что,
девчонки, можно брать всю косметику, проверенно, протестировано мною. Очень хорошо ложится. Как вы видите, я уже несколько слоев наложила, и очень нравится мне отдача этих румян. И раскрываю секрет, что следующий бренд недели у нас будет именно косметика. Так что ждите новый маникюр, будет красивый вместе с нами. Сейчас я хочу еще вам немножечко показать саму обстановку. Собственно говоря, это вся коллекция, вся продукция, которая есть. Вот все эти цвета и здесь, и здесь. Настолько компания продуманно делала эти все расцветки, что больше и не нужно. То есть, выбирая один из цветов, вы обязательно что-то найдете для себя лучше. Атмосфера и обстановка сама по себе не располагает так, чтобы ты расслабился здесь, мог спокойно нанести макияж. Все это много людей, ты постоянно оглядываешься, кто-то тебя толкнул, кто-то что-то хочет взять из-под твоей руки. Мне удалось взять этот кулечек, не спеша хотя бы показать, как наносится этот блеск. Блески очень классные. Вот эти тилты вообще не пахнут. Вот вы меня спросили, пахнут? Не пахнут. И очень хорошо наносится. В заведении очень жарко, очень тяжело долго находиться, поэтому мы долго снимать не будем. Сейчас мы купим для вас заказы ваши и будем выходить с красивыми пакетами. Вообще скажу так, что это лучший маркетинговый ход, который только я видела. Создать такой сумасшедший ажиотаж ради одного маленького магазинчика, ну, не знаю, здесь метров 30, наверное, общая территория. Отстоять 3, 5, 10 часов в очереди, стоит она или нет? Конечно, нет. Ну, наверное, стоит, потому что я впервые прождала столько времени ради просто блеска. Представляете? Хотя их можно в целом заказать онлайн, но сейчас их нету в стоке. Поэтому мы с вами будем сейчас выкупать здесь для вас. Так что мы оплачиваем заветный заказ, которого нету уже нигде. Онлайн нету, но здесь мы можем купить. И Диван забирает свой заказ. Значит, на почту приходит уведомление с заказом. Вот он, мой заказ. Yes, it's in. За что мы получаем? Thank you so much. Мы получаем заветный пакетик с вашими заказами. Давайте посмотрим, как красиво упаковали. Здесь у нас еще внутри пакетик. И мы купили все то, что сейчас мне купить онлайн, а у нас есть возможность это вам привезти. Сегодня нам удалось покупать знаменитейшим поп-ап от любимой косметики Рот, нашей любимой модели Хелли Бибер. И ухожу я не с пустыми руками, а вот с замечательными пакетами, эксклюзивные, которые онлайн не достать. И эти пакеты мы заказами, мы можем разыграть среди наших клиентов. Обязательно досмотри до конца, чтобы узнать все условия, как можно получить бесплатно любимый блеск от Хелли Бибер. Хочу сказать, что мероприятие очень миниатюрное. Здесь огромное количество людей, которые пытаются перекрикнуть тебя, и очень сложно создать контент. Но мы приехали сюда, преодолев десятки километров, преодолев больше 4 ожиданий в очереди, для того, чтобы показать, как это все выглядит изнутри. Очень красиво, и оно того стоило, потому что косметика Рот лучше на сегодняшний день. У меня никогда не было еще такого опыта, такого шикарного шопинга. И сегодня мы выходим не с пустыми руками из самого крутого стильного поп-ап косметики Рот. И хочется показать тот маршрут, который мы преодолели, потому что огромная очередь, нескончаемая, на рост десятки часов. А самое главное, знаете что? Нужно посмотреть на реакцию людей, которые смотрят сейчас на меня, как я когда-то смотрела. Потому что все смотрят с завистью. Они еще в очереди, а мы уже вышли с покупками. Здесь, кстати, мужчин стало побольше в очереди. И все смотрят, рассматривают пакетики. Стояли 5 часов в очереди для того, чтобы зайти в этот уникальный поп-ап косметики Rode. Были там внутри больше часа времени, в душном помещении, где нет кондиционера, где просто невозможно отдышать. Все ради того, чтобы вам показать эту уникальную, классную косметику, которую хотят миллионы. И только для наших самых активных, кто захочет получить в подарок один блеск с фирменным пакетом от Rode. Пишите комментарии, нравится вам эта косметика, почему вы ее выбираете, или почему вы ее еще до сих пор не выбрали. И мы разыграем 4 пакета с блесками от Rode. И официально объявляем старт недели косметики Rode для нашей шопомании. 2 недели самых лучших скидок, самых выгодных цен с индивидуальной скидкой 5% на все заказы. Только эти 2 недели. Ждем вас на нашем канале. Подписывайся и не забывай быть активным. We'll be right back.